Ран 53. Блю бэби ран. О, пушка. Заебись. Скорее бы ее выкинуть. ГЗ-08. ГМ-8В. Терзание очень, да? Но и терзание очень. Кстати, старт приятный. Вот эта хрень, которая... Паучья хрень, она будет даже полезная в среднем. В каком-то плане. Нормально. Повезло. И даже хорошая активка. Это даже очень даже неплохая активка. Бля, это не факт, что хорошая трансформация. Пауков в блох. И еще хелсап. Видимо, то был хелсдаун. Или это был хелсдаун. И та, и другая могла быть хелсдауном. По факту. Окей. Давайте не ругайтесь, а то по жопе получите. Вот и иди на костер. Как ты это задоджил? Я уже в костер летел. О, прям сел на костер, молодец. Эти шары? Да, можно. Тупо засгорает лу. Тут забыл этот прикол уже. Просто исчезают. Можно маленький автомат еще пофармить. Мех. Не то, что я хотел. Но в принципе. Ладно, зайду в эту в Херсруму. Остается выйти из дома. Придумай причину выхода из дома резкую. И выйдешь из дома. Например, можешь стройку идти послушать, чтобы еще громче было. По-моему, хорошая причина выйти из дома. Да, это активка, это обратная эволюция мобов. Типа ролит их в сторону уменьшения, упрощения.
Здесь не причина, зачем мы сюда выходить из дома. Ну, надо иногда выходить из дома. Траву потрогать. Чему нет? It's like she's fucking five! Не надо напрягаться. Спасибо за 100 рублей, Максим. Нормальный ролл. Вообще хотел бы найти 9 вольт. Это не было 9 вольт, вроде не было. Арлекина, Арлекина. Привет, Ханка. Найс. Еще потом. Кушайте. Ой, оба скушали. Ай, блять, и меня выебали потом тоже. Ну и ладно. Надеюсь, что версия дорого будет стоить. Накладно такое покупать. Бля, лопата. Сейчас уже лопата будет берется. Лопата все же берется. Вижу декорации. Почему ты там? Почему ты с этой стороны, твари? Может, это в магазе было, что мне даст украсить эту хуйню? Почему ты там? Не, магаз я уже зарулил. Полет не поможет. Там не полет нужен. Карта какая-то есть, которая что-то изменит? По-моему, нет. Капец, тоска. Она проверял, по-моему, Эйблан. Я там проверял, я тут не проверял. Охуенно. Охуенно провел секретку. Пиздец, конечно, минус жопа. Ну ладно. Что дальше? Похуй. Иди, подходи ко мне, тварь. Да, я знаю, что тепло можешь забрать, это я сам делал как-то раз. Да, он там появляется где-то на лесенке, по-моему. А так, да, там мистер Ми, коробка, там много чего можно достать. Stitches, how to jump. Лутнем можно достать. Или просто очень большим уменьшением размера.
через тогда бомбу может вроде пробиться. Но ничего этого нету. Это Габахаран говно. Какая охуительная волна. Сдохни, пожалуйста. Спасибо. Прыжком вроде можно. Все говорят, что можно, вроде я это один раз сделал. Вроде был такой случай. Потолкнуть. Двойные бомбы, по-моему, там давно уже не актуальны. Это было в автоберсе вообще или в реберсе это работало. Там можно было в Black Market пройти двумя бомбами. Это давно уже не работает. Лет так 6 уже. Последний патч был уже давно, да. Может быть, в начале года был патч, не помню. Да, очередная гениальная руна. Я в шоке, что я прошел без получения урона. Я реально в шоке, что я это смог сделать. Тут пизда вообще, места нет нахуй. Как-либо мансить. Отвратительная комната. Когда у тебя DPS-а нет. Там бомба, по идее, ставится. Если грамотно ее поставить, то там можно всех крыс сразу убить, наверное. Или почти всех. Это прикольно. Там был купон, но мне кажется, купон мне не особо нужен в этом ране. Нам дали планетарии, в котором, конечно, будет Марс, да? И будет Луна. Окей, Луна не самая бесполезная айтем. Так, в принципе, с луной приколы возможны. У меня уже телепорт есть. Ой. Надо часы найти синие. Тогда будет маленько веселее до конца рана. Бомба есть. Да. Два синих. Чуть себе. Мощно. Это тоже мощно. Ладно, по-моему, ран постепенно просыпается. Мы в порядке. Мы в полном порядке.
Травка. Пурина. Тоже нормально. На дамаг сразу. Ну, в принципе, ран за один этаж сильно, по-моему, преобразился. Теперь тоже похоже на нормальный забег. Кайф. Нет. Кошка гарантия не минус 3-ка. На самом деле нет. Я с кошкой умирал однажды в Даркруме, когда улетал в Даркрум из кейсов. Там даже с кошкой я сдох. Не помогло. Но в среднем да. Мне кажется, больше я никогда не умирал с кошкой на стрике. За всю историю моих стриков. Это был один такой случай. Больше такого не помню. Так, вообще-то пошли. Там что-то тоже приятное может валяться. Но не, ради этого драться я не хочу. Не стоит того. Термит нужен на часы, если я найду синие часы. Я жду синие часы в этом районе. Смешно. Но без рестока и без ласта это как бы не прям сильно интересно, скажем прямо. Все же не то. Ресток? Даже если ресток, у меня нет ласта. Я только на ласте работаешь. Без ласта это абсолютно бесполезно. Блять, часов всего нет. Пиздец, 5 айтемов всего нет часов. Как же это грустно. Труп. Пока. Пандора. Пандора это 4 синих хп. Вроде уныло. Часы ищу, потому что можно поломать луну с часами и телепортом. Типа набираешь тирейд с луны, идешь на новый этаж, нажимаешь телепорт, нажимаешь часы, и тебе игра оставляет тирейд с прошлого этажа накопленный. И так можно типа до конца рана постоянно делать. Серый, типа так бафать весь раунд. Я так однажды бегал, по-моему, с 12 рей там в конце рана или типа того. Вот близко, потому что это дабл трабл. Два босса. Двойной босс часто ломает этажи генерацию. Хоть охуенный файт. Который, блядь, полетом ломается полностью. Отлично. Ну, опять же, часов нет, но я возьму, наверное, все равно. Всякий случай, эту хуйню брать не хочу. Это идет не хотел. Ну и ладно.
Ну и ладно. А, правда, я... да, я забыл про Пурину. Пурина потерял хорошую. Зачем мне Пандора? Зачем терять красный ради трех синих? Одно и то же. Ну почти одно и то же. Мне как раз хп еще может пригодиться. Все хорошая аура. Кайф. Где он? Как же охуенно все вижу в этой ебаной темноте. Тех тварей темных. Очень хорошо вижу. Спектральный шот. Тоже заберу. Часы. Эх. Ну и ладно. Ну и не часы. В принципе, чем дальше, тем они уже будут более бесполезны. Ну хотя бы дело, себя можно запрокать все равно. Хотя бы. Тоже было бы неплохо, наверное. Часы помогут, я Bloody Lust и Луну Проки оставляю бесконечно на этаже. Их можно на этаж новый переносить со стартом. Если есть телепорты часы. Опять очень умная комната. Просто до безумия умная комната. Мулиган. Действие. Ну ты на этаже прокаешь всю херню. Все, что прокает на этаж. До конца этажа. Типа луну. Собираешь все проки луны, блоди лосей, блоди гусей. Переходишь на новый этаж. Нажимаешь в первой руме телепорт и потом нажимаешь часы. И в итоге ты оказываешься в первой руме, но у тебя все эффекты с того этажа на новый этаж переносятся. Все, что ты напрокал, типа, с первой румы будет на новом этаже сразу активировано. Кстати, рейндж прикольный, потому что выйдут уже опять рейндж. И причем луна, и причем, а хули ты стоишь? Что? Че он стоит? Ладно. И причем эффекты, типа, Bloody Lust, они один раз прокаются. Типа, ты не можешь, типа, вечно прокать его все больше и больше. А луна, она стакается весь ран. То есть весь тирейс луны можно стакать бесконечно. То есть ты каждый этаж можешь все больше и больше делать тирейта. Считай, бесконечно. По сути. Там прям вообще хорошая синергия. Луна и крест, который красный хп отнимает в начале. Вот крест не уверен. Разве крест можно бесконечно пропать? Вот там, по-моему, все-таки оно так не работает. У тебя же дэмэдж же отбирается на старте этажа. Он как бы обнуляется. Там, мне кажется, не сможешь больше сделать.
прокол. Не, я прокол просто типа один и тот же дэмэдж, который у меня получалось с максимального типа прокол хп. Просто я набирал этаж, где у меня было, не знаю, 9 хп красных, наверное, один раз. И это каждый раз прокол. Ну типа я не мог каждый раз типа получать больше дэмэджа, чем получил с того раза. Я про это говорю. А луна именно она так и тирает бесконечно. То есть ты с каждой луны получаешь еще сверху тирает. А там нет, там, по-моему, ты один раз получаешь бонус, и потом ты не можешь его увеличивать. Ну, вроде как. Ну, вроде так это было. Я уже сам, конечно, может, не помню. Не-не, по-моему, крест так не работает, нет. Крест просто тебе отдает дэмэдж, который ты получил максимально. То есть ты этаж нашел, где, не знаю, у тебя 10 хп или там 12 хп красных. Получил прок, нажал часы, нажал телепорт. Наоборот. Типа забрал дэмэдж, и каждый раз его типа возвращаешь на каждом новом этаже. Ты никак не можешь его увеличить, потому что ты типа переходишь на этаж, тебе дэмэдж обратно возвращается твой, который базовый, который без креста возвращается. То есть тебе обратно все обнуляет. И просто ты часами и телепортом типа берешь эффект прошлого этажа. Возвращаешь. В этом типа весь прикол. Ты не можешь это прям как-то обузить еще сильнее. По-моему, только луна так обузится. Больше ничего. Если я правильно помню. По-моему, только луна так работает. У меня вирга бытовая. Я знаю, но я похуй. Я уже не хочу брать таблетки. Хочу телепорт на сундук оставить. Не думаю, что я уже найду много таблеток в этом ране. Я же нажимал, да, уже? А. Прикольная тема. Все. Полароид берет, сука. Да! Еле убежал. Да, луна делает свечение, тоже еще есть такое. Луна добавляет свечение в ран. Всяких эффектов визуальных. Так, там, кстати, можно было, тут тоже можно повязать, окей. Хэппи темтрин, господи. Шизую, чё-то читаю. Хемолакрия. Хемолакрию можно брать, вроде у меня нет пробоя. Пока что. Пойдет. Наговорка по Фрейду. Тоже возможно. Может, сам уже мечтаю о ТМ-трейнере каждый день. Буду делать просто ТМ-трейнер-стрики 5 лет подряд. Вся Франция была в шоке. Играть ТМ-трейнер. Когда можно его просто скипать. Как будто айтема нет в игре. Просто берешь и скипаешь. Нахуя в это играть? Просто... Игнори айтем стартовый. Чем Марс? На самом деле это может быть даже правдой. Правда, прикол в том, что там тоже может быть Марс тайм-трейнера. Так что такое себе. Причем у меня были, по-моему, раны с Марсом эффектом на тайм-трейнере. Причем там просто, по-моему, рандомно были проки Марса. Что-то такое. Что все же, мне кажется, Марс сам по себе более понятно этом, чем ТМ-трейнер. От него знаешь, что ожидать хотя бы. Плюс-минус. Серьезно. Сколько чистая гемолакрия ДПС увеличивает? Ой, я не помню. Она сильно ДПС увеличивает. Там, наверное, множитель, наверное. Не знаю. Надо Википедию открывать.
Так, я, может быть, сделал ангела. Еще можно Марс на пользу вязать, это правда. Я даже в том ране так делал маленько. Маленько им пользовался. Это просто бесплатные керсы, например, все. Что уже, в принципе, приятно бывает. Так, еще, думаю, не хочу ее больше пробовать, потому что я тогда потеряю ауру хорошую. Не хочу рейнджап. Ого! А что я беру? На это. Дэмэджап. Недурно, недурно. Там вроде множество 50%. Наверное. Там очень просто много дэмэджа дается. Да, на 1.5+1, окей. Типа много отнимает терзы, но дает много дэмэджа. Плюс сплитшот, считай, получаешь еще при этом. Это очень сильно айтем все равно. Душа Эдена дает айтем, и где-то ее юзаешь, да. То есть куда пришел, где нажал, там такие айтемы получишь. Она по полукомнаты дает айтемы всегда. Это Алабастер Бокс дает айтемы ангельские всегда. Другая активка. Нет, Алабастер дает всегда ангела. В этом отличие. Найс лаги. Ну, ключей где хватает. Уф. Не хочу дамаг терять. Очень не хочу пользу получать. Нет, по-моему, карбетер не работает на такие айтемы. Вроде. Вроде нет. Вот с кожей работает, да. Но кожа отбирает 2 хп при этом сразу, да. Я про это как-то раз, по-моему, забывал. Так, ладно, там была хуёвая аура все равно. Сейчас, может, тут нормально, а? Тирейд. Ну, на самом деле, дэмэдж, по-моему, лучше, чем тирейд здесь. Наверное. Маппинг! Ладно. Поверю в маппинг. Будем верить в маппинг волшебный. В сундуке пригодится. Кайф. Это звучит странно. Хотя, с таким рейнджом, наверное, нормально. Не, будет нормально. Пойдет, пойдет. Скип. Хуип. Тебя я не буду фармить, лениво. Так, я вижу карту. Ладно, я вижу одну секретку, а не карту. Кого я обманываю? А вот зеленая версия Гемини. Только сегодня о нем вспоминал, если он в игре. За полмесяца уже забыл. Конечно, есть. Кошмар, много бомб. И еще бомбы. А можно я убегу? Спасибо.
Да, собор скипнуть можно. Я сейчас мог найти Black Market Scroll Space. Тогда я бы скипнул собор. Judgment. Еще один. Тебя курину. О, это Герка Прок. Долгий щит. А в сундуке так будут сундуки прокать подряд, как в соборе? Не знаю. Думаю, нет. Вроде удача маленькая, не знаю, почему так прокать хорошо. Это реально удивительно, что такие хорошие проки, ебать. Это очень хорошо. Да, это очень хорошо. Ага, еще спидшот. Обалдеть. Правда, спектрал маленько руинит. Или даже не маленько. Ну, в принципе, об врагов нормально прокает. А, да? Офигеть. Капец, сундук, конечно, мощный. Просто бади, кости, еще и 20-20. Окей. Хорошая концовка рана. Приятное. Еще тирзы хапнем напоследок на дорожку. А тут бута айтемы, кстати. Сундуки айтемы дают. Правда, не все. Лишь часть. Ты че, уебок? Ладно, теперь с тобой. Найти паразит. Наверное, уже не успею найти паразит. Но и так неплохо. Вроде и так неплохо. Ой, бля, это я сделал. Дали скорость. Это скорость. Выгодная хуйня. А, рейндж. А-а. А-а, не хочу рейндж. Призрак опять. Шикарно. Да, это Валантаран. Сегодня последний. Сегодня короткий стрим. Но, тем не менее, это пятый ран. Сегодня за стрим, поэтому нормально. 3 часа 5 ранов. Сегодня, конечно, нормально разогнались. 53.